Всем привет! С вами Дирамс, мы продолжаем пройти в Агден Стори. Так, мы с вами идем использовать один из ключей. Зомби. Это слабенькие зомби. Забыл, как она работает. Зато ману быстрее восстановил. И тут у нас дверь. Железный ключ. Ох ты, вот. Вот это внезапно так. Ну что это я так слабо бью по нему? Нет. Что, прокачался что ли? Лич. Что с ним такое-то? Ах ты! Нет, чтобы он меня не ушатал с одного удара. Месть Балина. Это у нас... Топорик. Мстит. Опа, дверь закрыта была? Чё там высветилось на надпись? А-а-а. Понял, железным ключом. Окей, понял, все. Я уже спугался, что... Чё-то я не помню такого, чтобы дверь закрывалась за моей спиной. Так, нет, не это. Мне надо карту взглянуть. У нас есть одна из стен, которая... Собственно, в которой есть железный ключ использовать. Центр Восток. А, нет, не железный ключ, вот как раз печать ключика, которую мы использовали, нашли сейчас. Так, центр Восток мне нужен. Это у нас Урлежур. Так, ладно, у нас немного маны есть. Давайте посмотрим. На Урлежур сколько надо. Ага. Я туда все равно не попаду. Так, давайте, в общем, через одну. В общем, через перевалочный пункт пролезем сюда.
Сколько тебе здоровья там? Вот, а вот на этих сейчас ману как раз на вампире себе. Там сейчас он сдохнет, да? Ну да. У того тоже немножко мана сейчас на краду. Я даже быстрее, чем ждать. Тебя просто ждал. И теперь отправляемся в Урлижур. А, ух, улица. Стоп, а на карте тоже? Это я криво посчитал, да? Да, это я прочитал криво. Урлижур. Тоже мне додумался. Где-то вот здесь, кажется, да? Так, а с какой стороны? Я уже пройду через улицу. Поближе будет. А, да выказывай. Ну что, вас ушатывать теперь надо, что ли? Давайте ушатаем. Может, еще и дадите что. На будущие комбинации. Какую чаще всего я ему бью? Левую руку, что ли? Я курсор случайно съехал. Ну, не курсор. Ну, да. Очень боюсь. Стена забафалась, да. Потому что выглядит именно так. Умный самый, да? О, умный. Только не самый. Угу. Кстати, давайте глянем вот на этих чудиков. Видите, у одного вот тяжелый нарыч, который я тогда себе все-таки выбил. У одного рукавица вот ботинки мне не выпали, к сожалению. Да. Дамасские. Вообще, почти весь в разном материале. Ой, да иди нафиг. Честно. Тут у нас, насколько я знаю, последняя необходимая вещь перед тем, как мы отправимся в ту железную дверь, возле которой серию начал. Честно, лича я трогать не хочу, если он такой же крутой. Сейчас посмотрим. Давай, телепортируйся ко мне. А, ну конечно. Да, шел бы он нафиг. Ну вот честно. И вот эта штука. С этими гарпиями зачастую реально лучше не связываться. Просто пройти мимо, пока не дают это сделать. О. Так, на всякий случай все-таки применю. Хотя, как показывает практика, это не помогает. А, вот, видите, помогло.
убрали ловушку. А то тут... Я помню, что возле сундуков бывают такие нормальные ловушки, которые не страшны вообще. А бывают такие, что... Хоть стой, хоть падай, как говорится. И давайте взглянем на этот щит, который мы взяли. Темная королева. Я такие камни не очень люблю, из-за того, что они бонусы к статусам, о, ну, к характеристикам не дают особо. Черт, пульса нет, он мертв. Ты! Это все ты! Ты убил нашего брата. Тигер, это он. Рисбрекер ВРМ. Так вот о ком все говорят. О твоей смерти будут слагать легенды. Так, по-моему, мне надо на этой сосредоточиться. Вот мог бы уклониться для приличия. Да, видите, она очень плохо сопротивляется как раз режущему оружию. И поэтому даже с пониженной силой, вот видите, как я ее сейчас буду выносить. Так что эта битва у нас надолго не затянется. Уже боится. Смотрите-ка. Да, и в этой битве такая особенность, что нужно любому из двоих нанести достаточно урона. Тогда все будет хорошо. А чё я? Чё, самый левый, что ли? О, в полтора раза. А, вот видите, все. Ты хорош, Рисбрекер. Не льсти ему, Тигер. Нужно уходить низу. Ты в порядке? Вполне. Это труп Гриссом. Но почему здесь? Вот это да, это вообще непонятно. Что со мной? Мое тело не слушается. Ты. Прости, брат. Мы не сможем помочь тебе. Что? Что происходит? Гриссом, душа покинула твое тело. Тьма наполнила тебе. Ты стал одним из ходячих. Как иронично. Полагаю, что это лучше, чем бесконечное скитание. Но это произошло с твоим же телом. Всех. Кто говорит? Так горько, одинок. Они станут такими же. Убей их. Стены говорят. Твои друзья, они хотят убить тебя. Они отберут у тебя тело. Убей их, Грис. Мое тело. Мое. И только мое. Гриссом! Ну, насколько я понимаю, такая своеобразная демонстрация, что происходит с теми, кто
Слишком уж увлекается колдовством. Ух ты ж. Ты чё? Озверел, что ли? А, окей. Так я даже не сильно против. Да и то мощнее. Такс, мы уходим отсюда. Ух ты ж! Вжарил-то как. Карась такой. Да хватит бафаться, уже достал, честно. Так, это я отошел с моего круга телепортации. Красавчик. Вот мне бы три камня, то есть щит, который может держать три камня, и три камня на уклонение от физической атаки. Там 60% будет шанс уклониться. Так, стоп, а я не помню. Черт, как называлась эта зона? Нет, это подземный город мне нужен. Вот это что ли? А, тенистый путь. Ой, не карта, игра. А тенистый путь это у нас... Та-та-та-та-та-та. Ладно, сейчас пойдем. Чуть регенерирую ману и продолжим. Так, регенерировал ману достаточно. Вот, даже чуть больше. Тенистый путь. Куда нам и надо. Но я думаю, на этом и закончим все-таки данную серию. Потому что я как-то... Ну, в следующей серии мы пойдем вот в то подземелье, которое находится вот за этой железной дверью. И туда бы хотелось уже пойти подготовленно. Поэтому сейчас я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч! В следующих сериях.